Здравствуйте! С вами педагог танцевального коллектива «Ритм и танца» школы 1420 Жамлиханова Алла Харисовна. Перед началом занятия обратите внимание на правила техники безопасности, наденьте удобную одежду, и мы можем начинать. Тема сегодняшнего джазового занятия – упражнение для позвоночника. Кёрв. Это изгиб верхней части позвоночника до солнечного сплетения, вперед или в сторону. Перед началом движения вытягиваемся наверх и, начиная с головы, постепенно загибаем вперед позвонок за позвонком. Опускаемся до точки солнечного сплетения. Руки расслаблены, голова, шея расслаблены. Также постепенно, позвонок за позвонком, поднимаемся наверх и вытягиваемся. Аналогичным образом в сторону. Не торопитесь, потому что очень часто начинают некоторые опускать голову и напрягают шею. Тут очень важно не напряжение, а именно расслабление. Итак, в сторону. Первое идет голова. Опускаем плечи. Когда вы наклоняетесь в сторону, следите за тем, чтобы плечо не уходило вперед или назад. Точно в сторону. И также постепенно возвращаем позвонок за позвонком на место. Следующий элемент называется арч. Изгиб корпуса под лопатками. Перед началом движения не забываем вытягивать позвоночник. Бедра и поясница остаются на месте. Шея не запрокидывается ровно. И прогибаемся назад, как бы под лопатками. Эти движения можно сочетать с деми-плие. Давайте попробуем сделать эти движения под музыку медленно, не торопясь. Ножки поставьте. Свободная первая позиция. Вытянулись наверх. Готовы. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 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 5, 6, 7, 8. Спасибо. Исполняя эти упражнения, не забывайте расслаблять позвоночник. Это очень важно.
Всем хороших занятий и удачного дня!